Это новости на канале ФКТ, в студии Ольга Десятова. Здравствуйте, смотрите сегодня. Ларькам, бой на КСМ и специалисты управления административной инспекции оценили санитарное состояние и благоустройство микрорайона, итог административные протоколы и штрафы. Закон о торговле ограничивает сочинский малый бизнес. На встрече с мэром местные предприниматели озвучили сложности работы. Пахомов пообещал содействие на региональном уровне. По прогнозу, шторм и дожди. В Сочи состоялось очередное заседание по вопросам ГО и ЧС. В Сочи через неделю назовут самые новогодние учреждения. На курорте завершается конкурс на лучшее праздничное оформление. Синоптики предупреждают, Сочи окажется в эпицентре шторма. В течение 14 дней погода готовит сокрушительный удар в виде ливней на Краснодарский край. Буря надвигается с юга вместе с теплым атмосферным фронтом. Шторм начнется в воскресенье, а погода в начале недели не улучшится. Пик стихии, утверждают метеорологи, придется на среду-четверг. Температура воздуха в Сочи сохранится в пределах 8-9 градусов. Порывы штормового ветра достигнут 21-22 метров в секунду. В целом шторм с сильными ливнями продолжит бушевать до Нового года. Ну, а сегодня же в Сочи состоялось очередное заседание по вопросам гражданской обороны и реагирования на чрезвычайные ситуации под председательством начальника управления ГО и ЧС и защиты населения мэрии Александра Агафонова. В преддверии Нового года на совещании подвели итоги и озвучили планы на предстоящий 2019. В зале присутствовали несколько десятков представителей разных ведомств и учреждений курорта. В течение 2018 года в Сочи были успешно проведены масштабные учения в целях отработки профессиональных навыков экстренного реагирования и предотвращения чрезвычайных ситуаций. С поставленной задачей все службы справились на отлично. С учетом сложной военно-политической обстановки, вопросы гражданской обороны на сегодняшний день очень актуальны. И этот вопрос надо двигать и работать качественно. В своей деятельности мы в первую очередь руководствуемся 28-м федеральным законом о гражданской обороне, где четко прописаны задачи, которые выполняют в том числе муниципальное образование, организация учреждения. Это базовые задачи, которые должны быть исполнены в кратчайшие сроки, где-то они выполнены в полном объеме, но есть еще над чем работать. На заседании также отметили, что все ведомства курорта в преддверии новогодних праздников работают в режиме повышенной готовности. Стало намного чище, но еще есть над чем поработать. Сегодня специалисты управления административной инспекции оценили санитарное состояние и благоустройство микрорайона КСМ. В подобные рейды в разных частях Сочи они выходят ежедневно. Проверяют все – чистоту во дворах и многоэтажек и соблюдение правил торговли. Все подробности в нашем следующем материале. В центре микрорайона КСМ еще два дня назад кипела торговля. Уличные лотки, заверяют местные власти, сюда больше не вернутся. Часть продавцов переселились в крытые торговые ряды неподалеку, чтобы вести бизнес более цивилизованно. Но еще остались те, кто привык работать по старинке. Размещать тары запрещено. Да, размещение складинок тары запрещено. Мы вас предупреждаем, что это является нарушением. Размещать товар за пределами торговой палатки запрещено. Управление административного контроля составляет на продавца протокол. Теперь он заплатит штраф. Ответить рублем за бардак, мусор и хлам придется и управляющим компаниям. Дворы тоже в центре внимания инспекторов. К сожалению, не все сочинцы поддерживают инициативу городских властей выходить на субботники, которые нужны в первую очередь самим жителям. Поэтому подобные обходы в разных частях Сочи сотрудники управления контроля проводят ежедневно. Картина правонарушения, она достаточно разнообразна. То есть, ну, в основном, то, с чем мы сталкиваемся, это замусоривание либо захламление придомовых территорий гражданами, ненадлежащая работа управляющих компаний в части уборки территории многоквартирных домов, нарушение при осуществлении торговли, это выставление товаров в непредназначенных для этого местах. Следить за санитарным порядком в микрорайоне помогают и члены ТОС. Штраф они выписать не могут, но профилактические беседы проводят, поддерживают порядок. Отремонтированный дом культуры стоит как новенький. Набережная реки как будто благоустроили только вчера. Все это в том числе усилиями активных горожан. В центре микрорайона даже елку поставили. В новогодние дни здесь будут проходить детские праздники. Задача была не только делать, а еще учить молодежь тому, что все-таки у себя перед носом, да, у себя во дворе надо самому тоже убираться, самому приводить в порядок, заниматься своим домом, своей придомовой территорией. И мы именно это и показываем, этому и учим, особенно
именно молодежь, да, детишек, что вот эта вся красота для них, для их будущего. Теперь предмет гордости микрорайона – новый сквер. За него проголосовали сами сочинцы в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». Вот так это место выглядело чуть меньше года назад. Вместо тротуара – узкая грязная дорожка с ямами и лужами, никаких лавочек и детских площадок. Теперь в распоряжении жителей КСМ – красивые клумбы, воркаут-площадка, качели и горки для малышей, тренажеры для взрослых. Для нас это очень большая радость, что открыли детскую площадку, парк. Вот, мы наконец-то избавились от грязи. У нас ребенку 8 лет ходит во второй класс, то есть ребенок очень доволен. Вот, турники, спортивная зона, то есть очень хорошо. Спасибо городу, муниципалитету. И это правильно, поддерживать порядок, вот, делать замечания людям, которые неправомерные действия здесь будут совершать. То есть портить площадку, заниматься вандализмом, распить алкогольных напитков. Вот, то есть должен быть положительный пример для детей. А положительный пример – это содержание нового сквера в чистоте и порядке. И это дело не только местных властей, а в первую очередь жителей, для которых и благоустраивают район, делая жизнь каждого сочинца комфортнее. Инга Габешия, Ольга Десятова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. 99% бизнеса в Сочи составляют микропредприятия. Это бизнес, где совокупный доход предпринимателя не превышает 120 миллионов. А это значит, что на курорте практически нет так называемого малого бизнеса. Основная проблема – невозможность предпринимателей сменить спецификацию. В этом их ограничивает закон о торговле. Об этом сегодня шла речь на Координационном совете по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства при главе города. За последнее время ведение малого бизнеса стало практически невозможным не только в Сочи, но и в стране. Более 150 тысяч предприятий закрылись, а все потому, что в 381 законе о торговле прописан запрет на смену специализации. Проще говоря, если предприниматель выиграл конкурс на предоставление определенной услуги, то осуществлять другую он не вправе. Сейчас готовится новая редакция этого закона и проходят общественные слушания. Сочинские предприниматели просят городские власти содействовать им в обращении к региональным, чтобы внести предложение по корректировке этого пункта в законе. Мы всегда говорили о том, что малый бизнес, чем хорош, он быстро может, значит, поменять свой вид деятельности, посмотреть, то есть держать по ветру нос. Да? Поэтому я сам лично готов с вами вместе, там, не только выйти на директора департамента, а позвонить губернатору и сказать, что давайте рассмотрим. Надо будет, я позвоню, да, Юрию Александровичу, председателю ЗСК, определите, что надо. Вторая проблема в законе о торговле – это определение двойного целевого назначения земельного участка, используемого в предпринимательстве. В Сочи на землях ИЖС, ЛПХ или садоводческих хозяйств работают порядка 6 тысяч предприятий. Законодательство говорит о том, что если предприниматель занимается предпринимательской деятельностью, то за ту землю, на которой он занимается предпринимательской деятельностью, коэффициент должен быть повышен. Хотя вот лично я не согласна с этим в корне, объясню почему, даже могу сразу сказать. Потому что мы наоборот не стимулируем, а загоняем предпринимателей в угол. По закону этот коэффициент должен быть увеличен в 30 раз. Благодаря работе коллегии депутатского корпуса в Сочи этот процент удалось снизить до 4. Хотя и это для предпринимателей немалая сумма, потому что есть еще и налог на имущество. Если это будет касаться людей, которые будут на земле, на своей, заниматься семейным бизнесом, этот коэффициент будет значительно меньше, правильно, да? Так договорились? Не вопрос. Только, к сожалению, это очень редко. Я, по крайней мере, с этим не столкнулся нигде. Корректировка ставки налогообложения носит заявительный характер. Предприниматели должны обратиться в налоговую службу, где на основании решения городского собрания Сочи будут выставлять сумму с учетом принятого коэффициента. Эти налоги пойдут на решение социальных вопросов города. Татьяна Говоркова, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. Полиция задержала подозреваемого в убийстве экс-депутата городского собрания Сочи. Сотрудники правоохранительных органов арестовали 49-летнего местного жителя. Известно, что предполагаемый убийца Александра Широбокова ранее несудимый местный житель. Напомню, 2 декабря Широбокова обнаружили в своей машине на улице Красноармейской со множественными ножевыми ранениями. Он умер по дороге в больницу. По факту убийства было возбуждено уголовное дело. Правоохранители отрабатывают все версии убийства бывшего депутата, связанные как с его профессиональной деятельностью, так и с личными конфликтами.
Александр Широбоков был депутатом городского собрания Сочи с 2000 по 2010 годы. После этого он возглавлял жилищно-строительный кооператив «Альфа», деятельностью которого были недовольны пайщики. Ну а продолжим после прогноза погоды и короткой рекламы. «21 декабря в Сочи переменная облачность. Температура воздуха ночью плюс 6, плюс 8, днем 9-11 градусов выше нуля. Предпраздничная выставка-ярмарка «Кубань. Рождественский базар». Продукты и деликатесы для праздничного стола, подарки к Новому году и Рождеству, авторские изделия, аксессуары. С 20 по 23 декабря «Жемчужина». Вход свободный. Обновите гардероб к новогодним праздникам. В магазине «Дамский каприз» новая коллекция французской фирмы «Эвелин Болеро». В торговом центре «Сан-Сити» уже царит новогоднее настроение. Праздничные скидки до 50%. Они действуют до 31 декабря. Готовьтесь к Новому году вместе с «Сан-Сити», Северная, 6. Ах, как же утомляет эта новогодняя суета. Мотаться по магазинам, думать, что кому подарить и где это все купить. Хочется, чтобы все было проще. Торговый центр «Сан-Сити». Все подарки здесь. Создай свой новый образ. Деловой или дерзкий. Эксклюзивные модели из новой коллекции французской фирмы «Эвелин Болеро» в магазине «Дамский каприз». Торговая галерея напротив «Агропрома». Старт празднованию Нового года в Сочи будет дан в это воскресенье, 23 декабря. С 12 часов на площади флага пройдет костюмированное шествие и конкурс на лучший новогодний костюм «Новогодний капслей 2018. На улице Новогинской разместится ярмарка изделий народных мастеров, а через неделю в Сочи назовут самые новогодние учреждения. На курорте завершается конкурс на лучшее праздничное оформление. В нем приняли участие не только школы, детские сады, кафе, но и поликлиники, больницы, банки, магазины, предприятия транспорта и связи. Жюри оценивает праздничное оформление улиц, зданий, территорий, содержание световой рекламы. Светодиодные гирлянды, тающие сосульки, занавес, бахрома, водопад – все это лишь малая часть украшений, которые используют в Сочи. Участники конкурса представили и свое видение главного новогоднего дерева. Ели украшены в разных стилях. Рядом с ними новогодние персонажи – Дед Мороз, Снегурочка, Снегирь. Олени. Электронное табло с поздравлениями и индивидуальные проекты декора принесут участникам дополнительные баллы, а главное, создадут праздничное настроение жителям и гостям курорта. Сочи – самый популярный курорт страны на Новый год. Таковы данные популярных сервисов бронирования. В отелях горнолыжных курортов забронированы практически все номера. В празднике Красная Поляна примет около 360 тысяч гостей. А всего в зимний сезон в Сочи ожидается порядка 1 миллиона 300 тысяч отдыхающих. В Сочи вручили «Шар совершенства». Так назвали первый открытый конкурс журналистских и блогерских работ. Его проводит Сочинское концертно-филармоническое объединение. Старт проекта и приема работ журналистов, блогеров и творческих личностей был дан 24 мая и продолжился до 10 ноября включительно. Более 15 авторов, журналистов и блогеров прислали свои работы о ярких культурных событиях Сочи. Лауреатов премии определило конкурсное жюри. Нас радует, что большое количество участников, первые шаги, но очень интересные шаги, которые сегодня будут увидены, услышаны по результатам работы конкурсной комиссии. Но как-то мне сказали, что это тоска по совершенству. Нет, это неправда, это стремление к совершенству, и пусть будет так. В итоге шары совершенства были вручены Джанет Арльт, Татьяне Маловой, Ирине Фединой, Александру Фролову. В следующем году конкурс решено посвятить году театра. Сегодня в гранд-отеле «Жемчужина» открылись сразу две предновогодние выставки – ярмарки «Кубань-2018» и «Рождественский базар». Организаторы – выставочная компания «Соут». «Кубань-Рождественский базар» объявляется открытой! Удачи вам! Процветания! Всего три дня в Сочи работают предновогодние выставки. Очень разнообразные и щедрые. Здесь представлены все виды продовольственной продукции. В Сочи приехали производители продуктов питания и напитков из разных регионов нашей страны. В широком ассортименте представлена кубанская продукция. Экологически чистая, качественная и конкурентоспособная. Привезено самое свежее, самое вкусное, самое качественное. Ваши праздничные столы будут просто уникальны. Так
Также не надо забывать про подарки. Обязательно здесь можно подобрать и для друзей, и для близких хорошие подарки, незабываемые про себя. До Нового года чуть больше недели. Самое время купить необычный подарок. А рождественский базар пестрит игрушками, ювелирными украшениями, авторскими изделиями. Я пришла на эту новогоднюю выставку, чтобы найти подарки своим родителям. Здесь все очень круто, здесь огромный выбор продукции, все новогоднее такое, все красочное. Гостей выставки ждет и много других приятных сюрпризов, встречи с Дедом Морозом и Снегурочкой, мастер-классы по росписи гипсовых фигурок и изготовлению гелевых свечей. А также ожидаются конкурсы, розыгрыши, новогодние лотереи и выступления творческих коллективов. Выставка будет работать до 23 декабря, вход свободный. Елена Овсецина, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. Ну и какой же новогодний стол без красной икры? На сочинской выставке «Рождественский базар» представлена продукция фирмы «Икра и рыба камчатская», уже давно известная сочинцам. Копченая ароматная рыба – это очень вкусно. Она станет настоящим украшением праздничного новогоднего стола. Поэтому уже в первый день работы выставки у стенда «Икра и рыба камчатская» покупателей много. В особом спросе у нас пользуется белорыбица. Ее мясо очень нежное, абсолютно не содержит костей. Ну и, конечно же, хитом продаж – это чавыча, царица лососевых в народе называют. Она очень нежная, очень вкусная, очень полезная. Омега-3, омега-6. Жирные кислоты, например, омега-3, необходимы для сохранения острого зрения, правильной работы сердца. В рыбе и достаточное содержание белка строительного материала мышечной ткани. В продаже есть также икра чавычи – главное украшение любого стола. Здесь она свежая, без добавок и по ценам от производителя. Привозят дары моря издалека в специально оборудованных рефрижераторах без заморозки с сохранением всех полезных свойств. Полезность в том, что ее коптят из свежего сырья. Это позволяет сохранить все полезные свойства и полезные витамины. Рыба – один из самых употребляемых продуктов в мире. Ну а сочинцы традиционно любят себя побаловать камчатскими деликатесами. Приобрести их можно в выставочном центре гранд-отеля «Жемчужина» на Рождественском базаре до 23 декабря. Елена Овсецина, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. Если вы еще не знаете, где провести корпоратив или встретить Новый год, это новость для вас. На улице Конституции работает уютное, красивое, а главное, недорогое заведение, в котором можно попробовать итальянскую пасту, отведать гостеприимные кавказские блюда и попробовать разные напитки и паровые коктейли. Это заведение бросается в глаза и ночью, и днем. Здесь практически все выполнено из дерева. Столы, стулья, барная стойка и перегородки. А главное, приглушенный свет, как в берлоге у медведя. И название паба соответствующее – «Гризли». Наряду с уникальным интерьером – обширное меню с блюдами европейской, кавказской и итальянской кухонь, а также вкусные десерты и богатая барная карта. Ну и, как свойственно пабу, море пенного напитка. Более 15 сортов производителей из Сочи, России и стран Европы. Конечно, фирменные блюда у нас присутствуют. Очень много закусок именно к пенному напитку. Наше фирменное ассорти из колбасок, из сырных там аппетайзеров, которые в нем представлены. То есть и подача хорошая, очень вкусно. Фирменный салат «Гризли» потрясающий, потому что его все берут практически каждый день, пишут отзывы. Очень хорошие. Ну и фирменный коктейль от бармена тоже называется «Гризли». Можете у нас тоже его попробовать. «Гризли Паб» – отличное место для тех, кто хочет уединиться или погулять в шумной компании. Для разных видов отдыха предусмотрены 3 зала с живой музыкой на 80 человек, лаунж и банкетный на 20 персон. Любители паровых коктейлей смогут уютно разместиться на мягких и широких диванах, посмотреть на большом экране фильмы, музыкальные клипы или же поиграть в PlayStation. В пабе «Гризли» принимают заказы на проведение новогодних корпоративов. Средний чек – 1500 рублей на человека. Алкоголь можно с собой. А в ночь с 31 декабря на 1 января в пабе будет не по-зимнему жарко. Вы можете посмотреть в интернете, и также прийти к нам, обсудить полностью меню, в котором будут представлены холодные, горячие закуски и горячие блюда, конечно. Дед Мороз, Снегурочка, диджей, живая музыка, подарки. Все будет очень весело, поэтому ждем, приходите обязательно с 31 на 1 отмечать Новый год в «Гризли Паб». «Гризли Паб» ждет гостей ежедневно с 11 утра до 12 часов ночи, в новогоднюю ночь до 6 утра. Паб находится в самом центре города, по улице Конституции, 26А. Татьяна Говоркова, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.
В Сочи сотрудники федеральных служб безопасности и охраны в канун профессионального праздника провели товарищеский хоккейный матч. Игра с самого начала шла на высоких скоростях. Тактически выверенные выпады одной команды сменяли острые контратаки другой. Не обошлось и без нарушений, но связаны они были по большей части не с грубой игрой, а с нарушением численного состава на площадке. Матч выдался результативным. Команды на двоих забросили 12 шайб. Кстати, матч был посвящен 101-й годовщине образования органов госбезопасности. За 2018-й в Краснодарском крае сотрудники ФСБ изобличили десятки агентов и кадровых сотрудников иностранных спецслужб. Ликвидированы каналы контрабанды наркотиков, изъято более 30 килограммов героина, кокаина и других запрещенных веществ. На территории региона нейтрализованы преступные группировки, а их лидеры получили серьезные сроки заключения. ФСБ также обеспечивала безопасность проведения многих важных событий, в том числе матчи чемпионата мира по футболу в Сочи. Все попытки сорвать турнир были пресечены. Ну и на этом наш выпуск завершен. Мне остается добавить, что все новости уже на нашем сайте fkt.com. Смотрите нас также в социальных сетях: Facebook, Instagram, Одноклассники, Telegram и в группе FKT ВКонтакте. Ну а в студии была Ольга Десятова. Всего доброго и до встречи в эфире. Благодарим за создание имиджа ведущей студию красоты «Мика Бьюти» и лично ее основателя Милану Гаспарову. Студия красоты «Мика Бьюти» – макияж, прически, броу-бар, курсы для бровистов и обучение визажу. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17.